Сегодня, 26 декабря, глава района Заурхан Мирзов вручил паспорта молодым гражданам Российской Федерации, активистам движения первых, достигшим 14-летнего возраста. Проект «Мы граждане России», реализуемый общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, направлен на то, чтобы вручение паспорта стало значимым и запоминающимся событием, способствующим воспитанию патриотизма. В этот день 20 юных граждан, выделяющихся в спорте, науке, творческой, учебной или волонтерской деятельности, а также в других направлениях движения первых, получили свой главный документ в торжественной обстановке. Глава района Заурхан Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и начальник управления образования Асиат Берзегова поздравили присутствующих с важным в их жизни событием. Хотел бы поздравить всех вас с этим знаменательным событием. Это первый официальный документ во взрослую жизнь. Я вот на вас смотрю, и вот душа радуется. В преддверии Нового года, я думаю, это замечательный подарок. С достоинством носите этот документ. В преддверии Нового года всем крепкого-крепкого здоровья, вашим родителям, дедушкам, бабушкам, всем вашим братьям, сестрам. Пускай у каждого у вас впереди большой жизненный путь, пускай у вас у всех сбудется все то, о чем вы мечтаете. Я от души вам желаю всего самого-самого наилучшего. Кроме основного вашего документа, который сегодня вы вручаете, еще нужно получить много документов о среднем образовании, о высшем образовании. Но видя вас, видя ваши серьезные намерения, серьезные планы жизненные, я думаю, что после паспорта у вас будет полный комплект всех документов, которые вам в жизни необходимы. Здоровья вам, ребят, успеха, удачи. Вот, во всех ваших, у вас только все в жизни начинается. Во всех ваших жизненных начинаниях. И преддверии Нового года 70 благ в наступающем году вам, как тем сегодня, кому мы обращаемся, кому вручаем, вашим родителям, старшим. Все пусть получается у вас в Новом году. Успехов, счастья, благополучия. Так как это лучшие дети района, половина их уже получила паспорт в республике. Это добрая, хорошая половина, которая получает сегодня именно из ваших рук, Заур Аскарбиевич, паспорт. Сегодняшний день очень значимый для них. Я желаю вам, чтобы все события вашей жизни были такими же светлыми, значимыми. Больших, отличных успехов в учебе, достижений во всех других мероприятиях. Я тоже поздравляю вас с удовольствием с Новым годом. Пусть мир, благополучие будет в каждой вашей семье. Далее торжественно прозвучали слова клятвы, произнесенные ребятами. В завершении мероприятия была сделана общая фотография. Ребята, вдохновленные, радостные, покидали администрацию района, трепетно держа в руках свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации.